那你觉得你是外国人还是中国人？中国人。然后他们就是说我是外国人，我是外国人。总粉丝文博在中国待了10年，为啥不用在家里跟孩子说英语说中文？其实我有私心的。伊利亚娜一岁的时候，我叫我妈妈来中国，希望孩子可以学学英语。你说的英语？希望孩子有一个语言环境，在这个大环境下，人们都说中国话。我不担心我孩子不会说中文，只担心我不会说外语。对。那почему ты не говоришь？因为我想。太，实在是太难了。Ну, конечно, надо дома разговаривать по-русски, чтобы Лилиана привыкала уже. А то тут же везде китайский язык, и на улице, в садике. Съесть-нэ-нэ тоже по-китайски. Ну вот, пусть уже изучают русский язык, привыкают, чтобы было два языка сразу. Да. Надо дома разговаривать, да. Она поет только китайскую песню. Да. Но она и русскую песню знает. Она пела уже, да. Спой какую-нибудь русскую песню, которую тебе бабушка пела. Топ-топ. Ну спой. Топай. Лилиана, зато подумай, как хорошо. Потом, когда у нас с тобой будут какие-то секреты от других людей, мы можем с тобой раз и на русский перейти. И все. Никто не понял наш секрет. Никто ничего не понял. What? Так хорошо. Потом Лилиана вырастет и все будет знать. И китайский, и русский, и все на свете. Потому еще и английский. Конечно. Она и украинский да. хочет учить еще. Украинский тоже. Лилиана, ты что кушаешь? Сколько ты уже съел? Два. Скажи мне, как по-русски говорить это фрукты? Не знаешь? Дыня. Дыня, хамигуа. Повтори, я тебе принесу. Дыня. Дыня. Ты знаешь, да? Просто ты не хочешь говорить. Да? Нет? Нет. Я думаю, да. Нет. Да? А ты знаешь это что? Какие фрукты ты кушал? Хамигуа. По-русски? Хурму? Хурму! Хурму! Дыня! Ши ша! Ши ша! Ши ша, я баба! Ши ша, дуги! Посмотри, что Лука съела. Чёлку на! Да? Лулу, ты что делаешь? Что ты будешь делать? Будешь мыть или что? А? Мыть будешь? Два веселых гуся, один серый, два веселых гуся, один серый, два веселых гуся, один серый, другой белый, гуси мои гуси, один серый, другой белый, гуси мои гуси. Супер, да, надо похлопать. Какие еще Лилиана песенки знает? Из лесу елочку взяли мы домой. Из лесу елочку взяли мы домой. Молодец. Ну почему ты не хочешь с нами говорить по-русски? Потому что все мафан. По-китайски по-мафан, что? Потому что по-русски.
太难了，我第三次才会听到。对啊，почему ты понимаешь？因为我是外国人身上的，所以我只能听懂外国人话。那你觉得你是外国人还是中国人？中国人，我的候选。Да. Эти зайчики как обезьянки на бабу залезли, как на пальму. Кто? Менчуры, пудяуда, ну типа сяо пиха. Кто похож на обезьян? Даниэль. Даниэль похож, да? А Лилиана на чего похожа? Шумал. Кошечка, я думал как маленькая собака. Как кошечка кричит? А Лилиана, ты в садик с детьми говорил по-русски? Нет. Не说过, 一次都没说过. А почему? 因为我怕说出来我让人笑. 然后他们就是说我是外国人, 我是外国人, 我是外国人. А как начинается, да? Ну что, я уже приготовила пюре. Лилиана, это тебе пюре, это тебе... Кто будет? Я хочу! Может, тебе другую ложку дать, и это будешь? Это будешь? Другую? Да, сейчас принесу. На, садись, кушай. Сейчас, Даниэль, сейчас я тебе принесу. Держи. Садик, что ты кушал? Чули лям, да, хан, да. Что ты кушала? Рис или что? Малое ордо. Малое ордо это что? Малое ордо это что? И у меня тут хуйся малое ордо это на этом. Вкусно? Как готовили? Варили или жарили? Варили. Варили? Покажи, как ты кушаешь? Пюре с чем? Хуан гуа. Тебе прийти. Нам чи чу шу пен де вэй. Да. Мама, чен ли хэ. 可以用两个手擦地板。Ты еще не видела такого, да? Ай, больно. Ну видишь, братик разлил целую миску воды разлил.